спочатку дещо цікаве про персик. А чи знаєте ви, друзі, що персик родом з Китаю? Уявляєте, що у цій країні дерево, на якому ростуть персики, називають деревом життя, а його плоди вважають дарами фей. У китайській культурі персики вважаються символом весни, молодості, весілля, багатства і добрих побажань. Також вони є символом безсмертя та довголіття. А квітка персика – символ свіжості та чистоти. Цікаво б'є те, що китайці цінують не тільки плоди персика. Так ще багато тисячоліть тому у Китаї з деревини персика виготовляли чудові чаші. А гілками цієї рослини і досі прикрашають будівлі на китайський Новий рік. До Європи персик потрапив через Персію. Так колись називався Іран. У цій країні удавнину існували чудові персикові сади. І саме звідси він і одержав свою європейську назву. Ось так, друзі! Меня зовут Белик Ольга. В возрасте 5 лет родители привели меня в образцовую танцевальную цирковую студию «Надежда». И с этих пор я с удовольствием хожу на каждую тренировку. Нашей студии уже 18 лет, и с каждым годом будущих артистов цирка становится все больше и больше. Когда ребенок приходит в цирковую студию, ему дают общую физическую подготовку. И в течение занятий он начинает проявлять себя в каком-то особом жанре, который ему больше нравится. Так было и со мной. Когда мне было 8 лет, Елена Владимировна открыла во мне способность к жонглированию. С тех пор я усердно начала заниматься именно этим жанром на тренировках. Через 2 года я приняла участие в своем первом фестивале, который проходил в Бресте, Белоруссия, и заняла там первое призовое место. После этого я принимала участие во многих фестивалях в таких городах: Киев, Харьков, Донецк, Львов, Днепропетровск, Луганск, Ужгород, Чернигов, Запорожье и еще во многих других. Наша студия является неоднократным участником конкурса «Украина – мой талант». Наша группа под руководством Сердюка Дениса Андреевича ездила на «Украина – мой талант» с номером «Акробатика на скакалках». Когда мы ездим на конкурсы, мы знакомимся и обмениваемся опытом с разными участниками. На одном из фестивалей мы познакомились с представителями французской делегации. Мне было очень интересно поделиться с ними своим опытом. Цирковая студия научила меня очень многому. В первую очередь, это стремиться к лучшему и добиваться своих целей. Она научила меня быть доброй, уважать старших, помогать младшим. Я действительно очень люблю ходить в нашу цирковую студию, очень люблю наших тренеров. И с уверенностью могу сказать, что цирковая стала для меня вторым домом.
Также у нас в студии есть очень давняя традиция. Выпускники, которые очень давно ушли с нашей студии, каждый год они приходят на наш отчетный концерт и всячески нас поддерживают. В будущем мне очень хочется поехать куда-нибудь гастролировать по разным странам, увидеть мир. Но для этого нужно очень много работать и каждый день отрабатывать элементы своего номера. Только тогда мы сможем достичь больших успехов. Друзі, чи завжди ви пам'ятаєте те, що з вами відбувається, чи колись відбувалося зовсім недавно? Психологи, мабуть, дивні люди, бо вони стверджують, що майже ніхто не пам'ятає 90% зі 100% спогадів свого дитинства. А дитинство – це ж така чудова пора. Це веселий сміх, різні ігри, жартівливі витівки, безмежна радість пізнання. Як же зберегти ці дорогоцінні спогади? Саме про це у нашій рубриці «Поради від Всезнайки». Отже, зараз у нашій програмі «Як через роки можна зазирнути в країну свого дитинства». Друзі, попросіть у своїх батьків подарувати вам альбом для малювання. В ньому ви зможете замалювати цікаві події свого життя. Якщо ви вмієте писати, то у зошит занотовувати свої враження, хвилювання, відгуки. Також у цей зошит ви можете записувати цікаві вислови друзів, свої вірші, роздуми. Друзі, я впевнена, що у кожного з вас дуже багато фотографій. Отже, на них можна писати дату, коли це відбувалося. А у своєму фотоальбомі поряд з кожною фотографією ви можете зробити невеличкий, але змістовний надпис. Наприклад, відзначаю Різдво у бабусі чи мандруємо родиною. А якщо ж у ваших батьків є відеокамера, то вам пощастило найбільше. Попросіть їх робити невеличкі відеозаписи – це найкращий спосіб зберегти спогади. Саме так робить наш постійний глядач Альоша Демчук. З листа, який він надіслав до нашої програми, ми дізналися, що нещодавно хлопчик з батьками їздив у село до своєї бабусі. Там Альоша побачив багато цікавого, тому попросив свою матусі все це зняти на відеокамеру. І зараз, друзі, я пропоную вам подивитися відео з мальовку «Альоша в устях у бабусі». Тож, дивимось! Thank you.
Продолжаем наш концерт. Басня Сергея Михалкова «Слон живописец» читает от автора кот Мурлыка. Простите, простудился. Слон живописец написал пейзаж. Но раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Вниманием гостей художник наш польщен. Какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут или вознесут? Ценители пришли, картину слон открыл. Кто дальше встал, кто подошел поближе, и первым начал крокодил. Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет, в том нет большой беды. Но где снега, где льды? Как ваше мнение, любезный крот? Есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Замечу я. Картина удалась, друзья. Но с точки зрения нас, свиней, должны быть желуди на ней. Все пожелания принял слон. Опять за краски взялся он. И всем друзьям по мере сил слоновьей кистью угодил, изобразив снега, и лед, и Нил, и дуб, и огород, и даже мед, на случай, если вдруг медведь придет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и прошептали: «Ералаш! Ералаш! 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 Ералаш!» Мой друг, не будь таким слоном, советом следуй, но с умом. На всех друзей не угодишь, себе же только навредишь. Thank you.
Итак, продолжаем наш концерт. Басня Сергея Михалкова «Две подруги». Красиво ты живешь, любезная сестрица, сказала с завистью в гостях у крысы мышь. На чем ты ешь и пьешь? На чем сидишь? Куда ни глянешь, все из-за границы. Ах, если б, душенька, ты знала, как я устала. Я вечно что-нибудь ищу. Я день-деньской в бегах за заграничным. Все наше кажется мне серым и обычным. Я лишь заморское в нору к себе тащу. Вот волос из турецкого дивана. Вот лоскуток персидского ковра. А этот нежный пух достали мне вчера. Он африканский, он от пеликана. А что ты ешь? Ты крыса, а не мышь. Есть то, что мы едим. Тебе ведь не пристало? Да, тут уж на меня ничем не угодишь. Вот, разве только хлеб я ем? Да сало. Мы знаем, есть еще семейки, где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки. А сало русское едят. Мы знаем, есть еще семейки, где наши хают и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки. А сало русское едят. А сало русское едят. Проснувшись как-то поутру, решила бабка-ёшка: сегодня мой день, хочу проказничать немножко. Ах, давно уже я в ступе не летала, теряю навык и давно детишек не пугала. Сейчас окрестность облетим, напустим злые чары. Пусть карапузикам всю ночь мерещатся кошмары. Кстати, кота с собой возьму. Пусть рыжий погуляет, а то магический талант совсем не развивает. Уселась в ступу марки «М», модели эксклюзивной. Есть навигатор, GPS в салоне портативный. Взревел мотор, лес загудел, как будто в унисон запел отбойный молоток и старый саксофон. Наверное, сбой в программе был, или кнопку не тужала, но только ступа как-то вдруг противно завизжала, сорвалась с места, и на миг бабусе показалось, душа хотела улететь.
Но все ж потом осталось. И пронеслась вдруг перед ней вся жизнь ее лихая. И поняла она, зачем и кто она такая. Оступа! В космос понеслась быстрее ультразвука! Каким таинственным мирам не ведала наука. Вдруг ступа чихнула слегка, как будто поперхнулась. И слава Богу, наконец, на твердь она наткнулась. По всем параметрам моим мы на другой планете, сказал ученый рыжий кот. Он за маршрут в ответе. А вот и жители ее, смекнула бабка-ежка. Но почему-то все они на колобков похожи. Планета клонов! Так и есть, мурлыкнул кот-еге. Читал про них, я помню, и как-то говорил тебе. Сейчас они нас с тобой скопируют, размножат, и будет не одна ига, а 25 похожих, а завтра будет 25 аж в 25-й степени. Уме мне трудно посчитать. Давай займусь не этим я. С ума сошел ты, старый кот? Ведь если столько ежик, и если все они в меня... характером похожи. И если все они, как я, на пакости способны, нет, не выжить ни тебе, ни мне, ни колобкоподобным. Уж лучше буду я одна такая на планете. Так будет все же меньше зла на этом белом свете. Хочу домой! Взревела вдруг в отчаянье яга. Готова хоть пешком идти, хоть и болит нога. Все ж попытаемся взлететь! Воскликнул рыжий кот. И стал на кнопки нажимать совсем наоборот. Очнулась бабушка-яга, лежит в своей постели, и за окошком, как всегда, качает ветер ели, а рядом рыжий кот сидит, сопит у печки греясь, по клавишам опять стучит, все выиграть надеясь. Ах, это был всего лишь сон. Но... все равно я изменюсь, наверное. Надеюсь.